Лето пришло, заморозки наступили. До минус 5 градусов прогнозируют специалисты гидрометеоцентра на юге региона с 1 по 3 июня. Сотрудники МЧС уже дали рекомендации главам муниципальных образований, руководителям объектов ЖКХ и жизнеобеспечения населения о возможной угрозе ЧС. Из-за резких перепадов температуры осторожными надо быть и водителям на дорогах, особенно тем, кто едет на север. Например, на Ямале сегодня выпал снег. Но вот повышение температуры воздуха в Тюмени ожидается уже 3-4 июня.